знаю, только что сейчас выйдет видео, наверное, оно уже вышло. Видео 24 часа на кухне, первая часть, обзор вещей. И сейчас я вам хочу рассказать, почему именно на кухне, а не в ванной. В общем, вчера я сняла видео с опросом, опять на нем было 0 просмотров. И в итоге мне пришлось самой решать опять. И мне больше понравился вариант 24 часа на кухне. Поэтому сегодня я снимаю 24 часа на кухне. И хочу сейчас же сказать, в этом же видео, которое сейчас я снимаю, скажите, пожалуйста, какое видео мне следующее снять? Да смотрите это видео сейчас до конца. Пожалуйста, с какого видео мне следующее снять? С челленджем на следующих выходных? Наверное, на следующих выходных не получится. Наверное, на после следующих. В общем, я сейчас скажу два варианта. Это либо 24 часа в ванной, либо 24 часа в спальне. Выберите, пожалуйста. Будет времени достаточно, думаю, доберется какое-то количество просмотров. Пишите комментарии. Я уже в прошлом видео говорила под видео с Роблоксом. И хотя, наверное, не с Роблоксом, а с именами. Его будет тоже легко заметить. Ну а с вами была Маша. Вы были на канале Лучистый клуб. Всем пока!